Так, ну, а теперь специально для издательского дома «Собеседник» я хочу поздравить всех наших многоуважаемых прекрасных дам с праздником весны, 8 марта. И стоя рядом с картиной, которую создал великий Вячеслав Михайлович Зайцев, я хочу пожелать вам, ну, во-первых, чтобы вы всегда вот так выглядели в таких нарядах, как приблизительно хотя бы таких, которые делает Вячеслав Михайлович. Ну, чтобы рядом у вас приблизительно хотя бы рядом с вами были вот такие, ну, не тела, но хотя бы умы. Умы, видно, в этих мужских головках очень светлые. С праздником вас, дорогие женщины. Я не начинаю шевелить.